Привет! Приветик! Слушай, можешь выпустить меня отсюда? Что это еще такое? И что нам с ним делать? Это надо отключить, чтобы открыть дверь. Не то, чтобы выключить. Скорее, взорвать. Если отключить охлаждение, мотор перегреется и рванет. Так что поаккуратнее, ага. Спасибо, что выпустили меня. Спасибо. Ты собираешься бежать? Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Тут много интересного. Могу показать, если хочешь. Здорово! Здорово! Такая была хорошая мысль. Обвела на тебя вокруг пальца, да? Вот видишь? Я же говорю, что смогу помочь. Конечно! Я люблю все исследовать. Мне уже надоело тут торчать. Только нужно быть осторожными. Они разозлятся, что мы вышли. Но это ничего. Я знаю путь через правяки. Нам нужно в большой машинный зал, а потом я покажу остальной корабль. Пошли! Да, я тут долго торчу. Очень долго. Иногда я выбираюсь из камеры и иду гулять. Почти весь корабль уже обошла. Очень классно, но потом меня ловят и засаживают обратно. У меня нет семьи. Мама с папой умерли еще раньше, чем я здесь оказалась. Знаешь, еще когда бомбы стали падать. Вот сразу после этого. А потом мы с сестрой оказались здесь. Но мы уже очень давно с ней не виделись. Конечно! Нам нужно добраться до здоровенного двигателя. Оттуда можно попасть наверх корабля. Там находится их главный. Мне всего пару раз удалось его увидеть. Он очень гадкий. Я думаю, тебе придется его убить, да? Я буду рядом.
Постой тут пока. Они опять идут сюда. Они наверняка уже нас ищут. Я могу проскользнуть мимо по вентиляции, но тебе туда не пролезть. Придется найти другой путь. Но я могу помочь. Слушай, я знаю, как оно бывает. Зайдем все вместе, и нас всех сразу накроют. Не обижайся, но я чуток приотстану. Кто-то должен тебя прикрывать, в конце концов. Не волнуйся, я скоро догоню. Они наверняка уже нас ищут. Я могу проскользнуть мимо по вентиляции, но тебе... Окей. Ну, удачи. Я исчезну пока, но не волнуйся. Буду держаться поблизости и помогу, чем смогу. А ведь я тоже могу для тебя это сделать. Я просто хочу помочь. Постой! По-моему, там еще бегут. Стой тут. Я попробую открыть тебе дверь. Может, другой провод попробовать? Там справа еще кто-то есть. Если получится, попробуй пройти левее.
бойся этих пришельцев. Они тебя не тронут. Главное, их тоже не трогай. Хорошо? Незачем их обижать. Эта шахта ведет в другую сторону, так что на какое-то время мы расстанемся. Не бойся, я догоню. Осторожно. Я пока останусь здесь.
Там слишком опасно. Ладно, я покажу тебе свою находку. Если хочешь сбежать, пригодится. Давай, за мной! А, черт! Они его отключили! В прошлый раз я так попала наверх корабля. Это типа лифта. Только он ездит не просто вверх-вниз. И такое покалывание странное. Наверное, они злятся, что мы тут гуляем. О, идея! Пошли, есть другой путь наверх. Ну вот. Неплохо, да? Мне никогда не хватало смелости их разбудить. Но, думаю, тебе они понадобятся. У космонавта есть скафандр. Без этого нам никак. Потому что на нем скафандр. Без него в космос нельзя. А если мы хотим сбежать, нам придется выйти наружу. Если они отключили лифты, то другого пути нет. Так что нам нужен скафандр. Видишь, все очень просто. С этим все ясно. Они суют туда людей, и те засыпают, а потом очень-очень долго спят. Будь поосторожнее, они очень холодные. Даже не знаю, мы с ними не говорили. Иногда я сюда заходила, смотрела на них. Гадала, почему они так странно одеты. Видишь вон того? Прикольный на нем костюмчик. На броню похож. А вон тот? Прямо как настоящий ковбой. Я видела ковбоев в книжках. Живых, правда, не доводилось. Это будет клёво! Thank you.
Где моя жена? Где мой сын? Что вы с ними сделали? Когда я выберусь, богом клянусь, я прикончу вас всех до единого! Что вы делаете? Какого черта вам от нас надо? Отпустите меня! Черт! Слушайте, отпустите меня наконец! Это просто дурь какая-то, полная дурацкая дурь! Я не знаю, чего вы от меня хотите, я ни в чем не виноват! Это из-за Анкориджа? Клянусь, я вообще туда не хотел! Вы уж мне поверьте, я вообще в поле не хотел! Я надеялся, что получу работу в Вашингтоне, понимаете? Что вам нужно? Я не понимаю, почему это случилось со мной? Да? Тебе что-то нужно? Панда куларитова! Юнкай хиндика! Ханазе имазугу! Кикоэнука! Ханазе има! Это невероятно. Я полковник Хардиган, ВВС Соединенных Штатов. Прошу прощения. Говорит сюда. Ясно. Значит, я полковник Хардиган, ВВС Соединенных Штатов. Наша держава проводит испытания первого в мире космического аппарата с экипажем на борту. Извините, даже не знаю, что сказать. Мы как-то не рассчитывали вас встретить. Несомненно, наши расы могут многому научиться. Какого черта? Что это такое? Что вы делаете? Лапуля, можно тебя на минутку? Да, что тебе нужно? Ты, похоже, неплохо ориентируешься на этом корабле. Ты тут что-то ищешь? Да, моя сестра. Думаю, она где-то тут, на корабле. Твоя сестра? Откуда ты знаешь? Мы были вместе, когда пришельцы похитили нас из дома. А потом, когда я проснулась на корабле, она лежала рядом на столе. Ладно, я помогу тебе ее найти. Пойдет? Спасибо, Сома. Ты лучше всех. Не думала, что когда-нибудь это скажу, но я скучаю по Солсбери стейкам. Надеюсь, это важно. Думаю, что смогу. Дома мне с каким только барахлом ковыряться не доводилось. Так что обращайся, когда что-то понадобится. Но учти, тебе это встанет в пару крышечек. Может, оно и так, но мне нужно думать о будущем. Если мы вернемся, и я буду на мели, то как мне жить дальше? Ты не хуже меня знаешь, на пустошах милостыню не подают. Как угодно, пусть тебе пришельцы барахло чинят. Или возвращайся ко мне, когда одумаешься. А? Что? Где я? Здрасте, дядя. Так ты из того времени, когда все это началось, когда упали бомбы, с ума сойти. Не верю, что они таки сбросили атомные бомбы. Они же весь мир уничтожили. Откуда такие идиоты берутся? На солдата ты не похож. С какой стати тебя вообще понесло в армию? Сам? Ты меня насильно забрили. Я работал в больнице, прежде чем попасть в армию, а они сунули мне в руки винтовку. О нет! Бедный космонавт! Эти морозилки такие опасные! Люди там иногда не просыпаются. А скафандр все равно возьми. Придется тебе идти, раз он сам не может. Но сперва надо добраться до выхода наружу. Они будут тебя поджидать. Но ты можешь оставить без воздуха часть корабля, и тогда тебе никто не помешает. У них есть генераторы, которые запускают разные устройства на корабле и дают ему воздух.
Тебе придется отключить часть из них. Один находится в криолаборатории, другой в ангаре, а третий там, где делают роботов, в сборочном зале. Если вывести их все из строя, ты сможешь попасть наружу через дверь. Потом доберись до верхней части корабля, включи телепорт, и я смогу пройти к тебе. Ладно, пойду открывать для тебя двери. Это весело. Узнаешь, когда увидишь. Нажимаешь на эту кнопку. Раздается такое пшш, и они выезжают прямо из пола. А потом там еще эти штуки. Нажимаешь на них, потом пшш, и тогда лучше скорее убираться подальше. Увидишь. Не ходи в одиночку. Эти генераторы стоят в таких жутких местах. Возьми с собой кого-то из взрослых. Унышива нанимоно? Кокоа доко да? Сэшша но кен? Сэшша но кен ва доко да? Саппари вакаран. Коко га доко нано ка мосе? Сэшша но кен ва доушита? Нани о итте ору но да? Саппари вакаран. Нантукаштекле! Эй! Не подкрадывайся так ко мне! Что? Что происходит? Кто все эти люди? Моя что? Да кто ты вообще, о? Господи! Господи! Погоди! Пришельцы! Меня похитили пришельцы! Ты! Тебя нет! Это пришельцы пытаются залезть мне в мозги, не выйдет. Рядовой Эллиот Теркориен, военфельдшер армии США. Личный номер 3477809. И больше я ничего не скажу. Не знаю, не знаю. Может, это пришелец принял человеческий облик? Я слышал, они такое могут. Или ты человек, но они захватили твой разум? Мы не представляем себе границ их возможностей. А твоя правда, наверное. Слушай, я просто хочу вернуться домой, к ребятам. Постой! Мои парни, мой взвод! Тебе они не попадались? О боже! Я был в ответе за них. А теперь они пропали или погибли. Прошу тебя, если ты это всерьез, насчет того, что мы заодно, помоги мне выяснить, что с ними стало. Спасибо. Большое спасибо. Мне очень жаль. Я просто поверить не могу во все это. Я бы с радостью, но у меня отняли все препараты, когда я попал на корабль. Я видел, как пришельцы на корабле смазывали себе раны каким-то биологическим гелем. Если мне его принесут, я попробую изменить состав так, чтобы он подходил и для людей. Для этого мне нужна будет новая порция биогеля пришельцев. Уже начало темнеть. Мы весь день просидели в траншеях. Отстреливаясь как могли. Китайцы весь день палили по нам из своих огромных пушек на горе. Был сущий ад. В общем, мы растянули полог и забрались туда, чтобы хоть немного поспать. Я проснулся внезапно от вопля рядового Докинса. Его заливал странный синий свет откуда-то с неба. Мы все застыли, а он исчез. Никто не знал, что случилось. Может, это новое оружие китайцев? Еще через секунду такой же синий свет охватил и нас. А остальное ты знаешь. Может, они всю планету захватят? Может, они сюда прилетели много сотен... Нет, тысяч лет назад! И выжидали, чтобы нанести удар, когда мы этого не ждем. А потом они нас уничтожат и выкачают из планеты все ресурсы. Спорим? Так оно и есть.
Я? Я был военфельдшером 108-го пехотного батальона в Анкоридже на Аляске. Нас, фельдшеров и санитаров, было шестеро. Мы штопали раненых, которых подбили красные. Крови было столько. Я совсем не такого ожидал, когда ушел из больницы в армию. Он похож на японского самурая. Наверное, пришельцы похитили его с земли много лет назад. Я не понимаю, что он говорит. Быстрее, надо придумать, как свалить с этого корабля, пока нас всех не отправили в заморозку. Да? Тебе что-то нужно? Где они? Где маленькие паршивцы? Пришельцы. Ты их так называешь? Так вот, кто меня разбудил. И кто же ты, черт возьми? Я что, совсем дурак? Никакой это не корабль. Вода не плещет, качки нет. Придумай что-нибудь получше. Кроме того, ты на вид ни в каком не в плену. Откуда мне знать? Может, ты с этими уродами заодно? Объединяют только стадо и гонят потом на убой. Вот почему я работаю один. Ну а благодаря тебе я на свободе. А это кое-чего стоит. Вот что я тебе скажу. Обычно я скачу один. Но так уж и быть. Потерплю тебя немножко. Но если начнешь дурить, я тебя закопаю. Ну, чего ты хочешь? Вот теперь ты на моем языке говоришь. Да, черт возьми, я с тобой. Делай то, что нужно. Говори, что у тебя на уме. Какая теперь разница? Важно только одно. Я хочу отомстить. Это не важно. Не знаю что, но мы им этого не дадим. Это не имеет значения. И рассказывать об этом мне не хочется. Так ты знаешь, не о чем рассказывать. Я не один сюда попал. Моя жена с сыном тоже. Я до сих пор слышу, как они кричат. Умоляют меня спасти их, а я ни черта не мог поделать. Они были для меня всем на свете, понимаешь? Теперь у меня ничего нет. Совсем ничего. Нет смысла трепаться об этом сейчас. Надо скорее линять отсюда. Иностранец, видимо. Ни слова не пойму, что он болтает. Ладно, я отсюда никуда не денусь. Чего тебе? Само собой. Я все ценное прячу туда, где они не найдут. Хочешь, поделюсь? Пойдем, я тебе покажу.
Чего тебе? Думаю, он из далекого прошлого. На корабле в заморозке есть люди, которых поймали очень давно. У них одежда такая старинная и все такое. Не волнуйся, эти ребята меня не обидят. Они вроде бы славные. Эй, чего тебе? Конечно, вот, должно действовать, но могут быть побочные эффекты. Мне казалось, меня уже ничем не удивишь. Да что это за дрянь такая? Знаю, что это за длинные блестящие штуки, но думаю, от них стоит держаться подальше. Меня уже ничем не удивишь. Да что это за дрянь такая? Не знаю, что это за длинные блестящие штуки, но думаю, от них стоит держаться подальше. Thank you.
тут полно всяких штучек. И они явно важны. Наверняка тут этот ваш генератор и есть. Не из молнии, что ли? Давай, давай! Весь день будешь играть с этими кнопками. Нам пора двигаться дальше. Не знаю, что это за звук, но мне он не нравится. Осторожно, по-моему, нас засекли. Я останусь тут и буду снимать пришельцев на подходе. Если подберутся к башням, жми на кнопки, чтобы их поджарить. Пытаюсь их держать. Всех до последнего урою. До последнего урою! Осторожно! Эти чертовы твари лезут из генераторной! Я сдохну, но ты тоже! Я пытаюсь их держать. Мне нужна помощь! Я тебя надвое порву! Покончим с этой машиной и смотаемся отсюда.
минус один генератор. Пришельцам это ой как не понравится. Если это все, пошли искать остальных. Делится. Почему бы не использовать его, чтобы попробовать договориться? Ну, типа как заложника. И как нам это сделать? Мы ни черта не понимаем, что они там лопочут. Не знаю, но может быть, ну... Должно же быть что-то. Чего в воду в ступе толочь? Свет на пару секунд погас, а это значит одним генератором меньше. Осталось всего два, и мы наконец сможем вернуться домой. Ты береги себя. Чего тебе?